Это программа новости «Сургут-24». Здравствуйте, меня зовут Ефим Ишимцев. И в начале выпуска коротко о главных темах. Больше 800 заболевших за 3 дня. В Югре опубликованы новые данные по ситуации с распространением коронавируса. Первый из 17. В Сургуте отремонтировали двор на проспекте Пролетарском. Сколько за обновленную территорию заплатят жители? И уникальная рекреационная зона. Кедросад в сельском поселении Тундрино в 2023 году станет заповедником. В Югре за выходные 535 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 6 смертей. По статистике оперштаба автономного округа наивысший прирост зафиксирован за 2 дня в Сургуте – 77 подтвержденных диагнозов. В Ханты-Мансийске на 6 меньше, в Нижневартовске – 68. Кроме того, в числе муниципалитетов с существенным ростом – Когалым. Там жители получили 60 верифицированных тестов. В Нягане – 47, в Сургутском районе – 43, в Нефтеюганске – 31. Еще 138 ковид-19 положительных отмечены в 13 муниципалитетах региона. В форме ОРВИ коронавирус переносят 363 человека, с пневмониями госпитализированы 107 пациентов, 65 не имеют клинических проявлений. За выходные выписаны из больниц 463 человека. Скончались 6 ранее инфицированных югорчан. По данным, на утро понедельника в автономном округе отмечено еще 270 заболевших. Большая часть из них вновь в Сургуте – 47 человек. На вторую строчку вышла Нягань, где 40 инфицированных. Следом идет Когалым, где 36 ковид-положительных. В Нижневартовске – 31 подтвержденный случай, в Ханты-Мансийске – 26, в Лангепасе – 13, в Нефтеюганске – 12, в Югорске – 11, в Советском районе – 10. Еще 46 коронавирусных пациентов в 9 муниципалитетах Югры. У 176 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 58 зафиксирована пневмония. У 36 человек инфекция протекает бессимптомно. Общее число верифицированных тестов с начала эпидемии приближается к 12 500. За минувшие сутки выписаны 187 пациентов, всего 7048 югорчан. Печальный список смертей от коронавируса пополнился 2 именами. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 93 человека. В Сургуте в автоаварии пострадали 3 человека. ДТП произошло в ночь на 11 июля на перекрестке улиц Профсоюзов и генерала Иванова. По предварительной информации, девушка-водитель «Лады Калины» двигала со стороны 30 лет Победы, намеревалась повернуть налево, но не уступила ехавшей прямо легковушке ВАЗ-2113. Ее водитель, стараясь уйти от прямого удара, вывернул руль вправо, но все равно задел Калину и вылетел на бордюр. Обе «Лады» получили механические повреждения. В «Калине» сработали подушки безопасности. Управлявшая авто девушка получила незначительные ожоги лица. Ее пассажирка доставлена в больницу с ушибами и подозрением на сотрясение мозга. Молодой человек, управлявший ВАЗ-2113, также доставлен в больницу. У него рваные раны коленных суставов обеих ног. После удара его зажало в салоне. Освободиться помогли проезжавшие мимо очевидцы, которые рассказали съемочной группе телеканала «Сургут-24» о первых секундах после ДТП. У нее была помеха справа, она должна была пропустить, то есть, ну, получается, она заканчивала маневр и не уступила дорогу. Пытались оказать первую помощь, то есть вытащили его, зажало в машине и вот пробовали вытащить его. То есть машину мы вытащили, все, он, то есть, своим ходом дошел до обочины, вот, вызвали скорую, полицию. Все, попытались найти первые средства, как говорится, оказания медицинской помощи, то есть, ну, минимально, что смогли, то сделали. Новые дороги и инженерные сети в микрорайоне Гидронамыв в Белом Яру хотят сдать раньше на год. Об этом стало известно сегодня в ходе выездного совещания, которое прошло на объекте с участием окружных специалистов. Власти Югры и Сургутского района также подписали специальную дорожную карту. В ней все процессы выстроили параллельно, чтобы одни специалисты могли работать одновременно с другими. Указали в документах и корректировку проекта, которая потребовалась из-за неучтенного уровня грунтовых вод. Дарья Давыдова знает больше. Микрорайон Гидронамыв в Белом Яру – это 250 тысяч квадратных метров жилья после того, как завершится освоение территории. Первый дом здесь сдали в конце 2018-го. Сейчас идет возведение еще нескольких многоэтажек, в том числе для переселения жителей из аварийных зданий. Когда подрядчик хотел приступить к строительству инженерных сетей и автодорог, обнаружили, что проектировщики при разработке документов не учли высокий уровень грунтовых вод. Корректировку бумаг и укладку труб для подачи воды, тепла и канализации запараллелили, чтобы точно успеть. Все эти технические моменты, там, отметки,
изменения там проекта, чтобы не останавливалось. Хорошо, да. То, как вы видите, там оно дальше, проект ляжет. Надо выдавать. Именно такая синхронизация позволит достичь весьма амбициозной цели. По документам, срок сдачи инженерных сетей и асфальта – конец 2021 года. Однако и подрядчик, и власти района, и округа намерены сдать их до конца года текущего. Сегодня Константин Гребешок, руководитель окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта, и администрация Сургутского района подписали дорожную карту. В ней прописали все шаги по строительству сетей, чтобы одни работники не мешали другим. Уже на сегодняшний день все необходимые процедуры запущены, то есть авторский надзор есть, документы корректируются. Параллельно, в этом как раз наша задача-то была, запараллелить, получается, возможность именно строительно-монтажной работы и корректировку. Поэтому, в принципе, все складывается. Протяженность новой дороги в гидронамыве 2,5 километра. Сетей порядка 2000 метров. Общая стоимость артерии более 600 миллионов рублей. Одна часть документов по корректировке уже подписана. Специалисты по архитектуре и строительству администрации района сопровождают остальные, чтобы бумаги не застревали и были согласованы вовремя. Поэтому мы и синхронизировали наши действия таким образом, что, во-первых, сначала сети укладываются, дорога строится после укладки сети, потому что это все в полосе отвода идет. Поэтому наша была цель как раз закончить устройство асфальтобетонного покрытия до конца сентября, то есть когда позволяют наши погодные условия, и оставить октябрь месяц уже на выполнение там, тех работ, которые можно уже при любой температуре наружного воздуха. Микрорайон «Гидронамыв» – проект внушительный, его масштабы позволили получать и федеральное финансирование, помимо регионального и муниципального. Кроме жилых домов, здесь появятся и социальные объекты. Детский сад на 300 малышей, школа на 1100 ребят. «Гидронамыв» сегодня – самая большая строительная площадка Югры. Дарья Давыдова, Вячеслав Шаркунов, Сургут-Интерновости, Белый Яр. Первый из 17. В Сургуте жители многоэтажки на Пролетарском 12 знакомятся со своей придомовой территорией после ремонта. Теперь здесь идеальная парковка и тротуары. А для детей построили новую спортивную площадку. Во сколько обошлось это удовольствие и сколько за это нужно заплатить, узнала Антонина Сахарова. Большую часть работ во дворе на проспекте Пролетарском 12 выполнили еще 2 недели назад. Тогда подрядчикам оставалось выложить тактильную плитку у подъездов, выполнить озеленение и прорезиненное покрытие на спортивной площадке. К концу первой декады июня рабочие передали двор его жителям. Двор по площади не самый большой, мы же видим, да, достаточно ограниченное пространство. Но мы уже готовились, подрядчик был готов. Материалы, оборудование, вот мачты освещения, все уже было закуплено. Как говорят местные жители, такому результату предшествовала 3-летняя работа. Заявки, документы, получение согласия от собственников на софинансирование, постановка в очередь. 95% были за это благоустройство, конечно. Люди, конечно, видят преобразование. Здесь дом, он такой... Такое, можно сказать, ну, не то что с традициями, здесь преемственность поколений. Родители живут, детям уже по 30 лет, они живут в других микрорайонах, домах. Они также сюда приезжают практически каждый день. И они говорят, мы здесь выросли на этом песочке, а сейчас здесь, ну, благоустройство. Жители молодцы, очень активные, принимали участие от самого начала, от организации процесса, от организации конкурса. Очень активные, молодцы просто, вот. С жителями идеально сработали, ну, касаемо управляющей компании. В ходе ремонта полностью обновили тротуары, которым было, как и дому, 32 года. Расширили парковку, установили детскую площадку. Теперь в комплексе их две. Для тех, кто постарше, спортивная, для малышей – игровая. Маленькие дети будут гулять на той половине, ну, двора, где, ну, для младенцев, так сказать, ребят. И подростки будут играть на нашей, ну, на нашей площадке. Конечно, люди спрашивали наши. Ну и тут же вопрос остается. Сразу же человек понимает, что это нереально. Говорить или метить детей. Ты из нашего дома, а ты нет. Общая сумма затрат на ремонт этого двора почти 6 миллионов рублей. 20% – это 1 миллион 100 тысяч – заплатят жители. На счете дома есть средства, полученные от сдачи в аренду недвижимости. Кроме того, в течение полугода собственники ежемесячно будут доплачивать управляющей компании от 700 до 1000 рублей. В ближайшие дни благоустройство начнется и в соседних дворах. На улице Геологической у домов 22/1 и 24.
Подрядчик вышел уже практически везде. И сейчас от 10% до 100% в готовности. А 7 дворовых территорий, которые первые стартовали, они уже там более 50% готовности. Всего в Сургуте в этом году отремонтируют 17 дворов. Общая сумма, выделенная на эти цели, более 80 миллионов рублей. Все работы, включая благоустройство, должны быть завершены до октября. Антонина Сахарова, Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут Интерновости. На 1000 больше, чем в прошлом году. В Югре фиксируют рост числа обращений жителей в больницы в связи с укусами клещей. 3700 случаев зарегистрировано в Роспотребнадзоре региона на данный момент. Лидером среди муниципалитетов является Ханты-Мансийск. Больше 600 обращений. На втором месте Пытьях, на третьем Нефтеюганск. В Сургуте, по данным окружных санитарных врачей, 238 случаев. Сейчас в нашем городе стартовал третий этап акарицидной обработки. Парки, скверы, территории детских садов, школ и больниц опрыскивают специальным препаратом от клещей до 17 июля. Всего специалистам предстоит обработать 298 участков. Это 421 гектар. В этом году на акарицидные препараты и работу бригад регион выделил Сургуту 1 миллион 800 тысяч рублей. В эти деньги закладывают трехкратную обработку зеленых зон. В управлении лесопаркового хозяйства и экологической безопасности отметили, что такая периодичность дает максимальную эффективность и защиту от клещей. Мы строго выдерживаем тот рекомендованный период между обработками, который позволяет именно не допускать вывода новых клещей, особей. Поэтому 30-45 дней. И стараемся тот порядок обработки, который уже был проведен первый раз, да, то есть в такой же последовательности сохраняется. Причем обработку рекомендуют проводить практически строго в недельный срок. То есть поэтому 4 бригады одновременно работают в разных направлениях. Между тем, в Сургутской клинической травматологической больнице сообщили, что количество обращений в связи с укусами клещей в медучреждение выросло более чем в полтора раза. Врачи связывают это с тем, что достаточно много людей из-за пандемии коронавируса самоизолируются на дачах. Повлияла на ситуацию и погода. Клещи в этом году из-за теплой весны активизировались раньше. Также уже сейчас в лесах много грибов, и сургутяне отправляются на сбор дикоросов, не всегда надевая при этом подходящий костюм. Из 300 обратившихся в больницу, жителей 160 принесли клещей с собой. Исследования показали, что 4 были переносчиками энцефалита. В травматологической больнице рассказали о порядке обращения за помощью. Пострадавший приезжает в травмпункт, там достают клеща, обрабатывают место укуса. Также специалисты предлагают средства экстренной профилактики иммуноглобулин и дают рекомендации, с которыми можно в дальнейшем проходить лечение по месту жительства. Дело в том, что всегда обычно в июле месяце чуть-чуть уменьшается обращаемость пациентов по поводу укуса. 3-4 человека в день обращается. Это связано с погодными условиями. Клещи не любят жаркую погоду, им достаточно тяжело. Тем более они хорошо уже наелись в первые месяцы. И мы можем ждать их повышения активности ближе к концу лета. Это конец августа и начало сентября. Напоминают специалисты и о вакцинации от клещевого энцефалита. Курс состоит из 3 прививок. В день обращения, через месяц и через год. Следующая ревакцинация только через 3 года. Как отметили эпидемиологи, уже через 2 недели после введения препарата в организме выработано достаточное количество антител, чтобы защитить человека от клещевого энцефалита. Не стоит забывать и о местных мерах профилактики. Отправляясь на природу, стоит надевать закрытую одежду с плотно прилегающими рукавами и брюками. Выбирать костюм лучше светлых цветов, на нем клещ будет хорошо заметен. Не забывайте о специальных репеллентах, а после выхода из леса осматривайте себя и других. Особое внимание уделяйте местам, где тонкая кожа. За ушами, шеей, под лопатками, под коленями и так далее. Надо помнить, что клещи переносят не только клещевой энцефалит, до 5 различных инфекций, поэтому аккуратность и предосторожность соблюдать в любом случае обязательно. Что касается вакцинации, никаких побочных эффектов серьезных не зафиксировано. По крайней мере, среди наших сотрудников, которые также прививаются против клещевого энцефалита. И если регулярно прививаться, можно себя обезопасить на долгое время.
Аварийно-спасательные работы на реке Сайма близятся к завершению. Специалисты выкачали порядка 30 кубометров жидкой фракции нефтепродуктов. Их убрали в пятницу и субботу. Сейчас собирают поврежденный грунт с берегов водоема и загустевшие остатки. Основная часть работ к этому моменту уже выполнена. Главный источник загрязнения ликвидирован. Зачистка продолжается, последствия будут устранять в течение еще нескольких дней. За счет раннего начала операции по удалению Сайма отработанного машинного масла, попавшего в реку, большого ущерба для экологии удалось избежать. В связи с тем, что оперативно собрали всю нефтеводную эмульсию, которая была сверху, ну это вот пленка, ущерб как таковой нанесен минимальный. Если бы это стояло, конечно, подольше, это было бы хуже намного. Свидетелями того, как в Сайму льются химикаты, стали жители города. Они сообщили об этом спасателям и разослали видеозаписи в соцсети. Реакция последовала незамедлительно. Специалисты выставили боновые заграждения, ограничив распространение масляного пятна по водоему. Силовики и чиновники обнаружили место слива отработанного масла в ливневый коллектор. В выходные там работала спецтехника, с помощью которой колодец прочистили. Виновников экологического ЧП ищут. Им грозят штраф и возмещение расходов по очистке водоема. Это несколько сотен тысяч рублей. Сейчас все силы бросим, чтобы все-таки поймать, значит, негодяев и наказать. Потому что, ну, очевидно, каждый год в одно и то же время практически такая ситуация происходит. Значит, и, ну, администрация не может контролировать все люки на территории города. Значит, конечно, это получается чья-то злая воля. Возможно. Но будем разбираться, и, как говорится, следствие все покажет. Игрушки и сувениры, дизайн и шитье. В Сургутском районе открываются дистанционные рабочие места для подростков. Сколько ребята зарабатывают в месяц и почему вместо активного отдыха идут трудиться? Ответы у Татьяны Расторгуевой. Молодежный центр Сургутского района, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает открывать рабочие места для подростков. Трудоустройство проходит с соблюдением всех мер профилактики. Документы ребята предоставляют электронно, большую часть обязанностей тоже выполняют в онлайн-режиме прямо из дома. В прошлом месяце трудоустроить получилось только 10 человек. Сейчас открыли 32 рабочих места. Расширить штат помог новый районный проект. Мы запустили новый проект «Кастомайзеры» совместно с нашим партнером автономной некоммерческой организации Центра социального обслуживания «Сателлит», который находится в сельском поселении Рускинская. И вот с ними мы взаимодействуем, и ребята там работают, 14 человек, и это «Кастомайзеры». То есть такое интересное слово, можно сказать, что это круче, чем дизайнеры. Вот, то есть ребята занимаются тем, что они изготавливают новые изделия из вторичного сырья. Сначала ребята проходят дистанционное обучение. Подростков учат дизайну и шитью, делать игрушки, сувениры, коврики и подстилки для животных. Все из вторичного текстиля. Дети в основном шьют сувениры разные маленьких животных. В дальнейшем будем шить игрушки мягкие, кубики. И большой объем у нас подстилок для животных. Все эти вещи шьются для проведения благотворительных акций. Подстилки для животных мы будем передавать в приюты, сувенирки и игрушки дарить непосредственно детям в интернат, в социозащитные учреждения. В августе к производству привлекут еще 20 подростков. В день ребята трудятся до 3,5 часов. Зарплата в месяц до 9 тысяч рублей. Однако сумма зависит от количества отработанных дней. Юные сотрудники рассказывают, что интерес к работе вызван не только желанием получить карманные деньги, но и стремлением помочь другим. Я, будучи еще в школе, шила, и дома я шила кукольные ряды. У нас весело, скучно ребятам не бывает, и мы помогаем людям. Проект высоко оценило и руководство Сургутского района. Власти муниципалитета помогают организации с закупкой материалов и швейных принадлежностей для каждого подростка. Кроме того, зарплату детям выплачивают из районной казны. Для этого выделили почти 400 тысяч рублей. У нас паритетное соглашение с нашей некоммерческой организацией. И мы полагаем, что такое сотрудничество, оно дает главный результат – трудоустройство подростков. Возможность заработать молодым людям реальные деньги. И, конечно же, на наш взгляд, что формируется совершенно нужная компетенция уметь работать руками.
На данный момент Сургутский район – единственный в Югре муниципалитет, где у подростков есть возможность работать дистанционно в условиях пандемии. Будут ли в этом году организованы места для труда на открытом воздухе, пока неизвестно. Все будет зависеть от эпидситуации. Сейчас сотрудники молодежного центра и компании-партнеры разрабатывают варианты удаленной работы для подростков, чтобы возможность подзаработать была у всех желающих. Татьяна Расторгуева, Мария Ливанян, Вячеслав Ширкунов, Сургут, Интерновости. В своих аккаунтах в социальных сетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал, что Тундринский кедросад в 2023 году получит статус памятника природы регионального значения. Сейчас власти занимаются разработкой концепции заповедника и визуализацией памятника природы. Лес окружат охранной зоной площадью 250 гектаров. Это станет одним из этапов реализации национального проекта «Экология». В прошлом году, отметил Андрей Трубецкой, в лес возле Тундрина массово приезжали браконьеры, которые почти в промышленном масштабе вывозили кедровые орехи. Причем собирали они их не так, как это нужно делать, чтобы не навредить деревьям, а варварски. Использовали кедротрясы, специальные устройства, они крепятся к стволу, интенсивно вибрируют и заставляют шишки осыпаться. После того, как бор признают памятником природы, будет усилена его охрана и, конечно, наказание за браконьерство. Добавлю, что уже сейчас в Тундринском кедросаду установили фотоловушки. Неоднократно проходила информация, что приезжают сюда. Дорога, сами видели, хорошая. Вот. Нехорошие жители из других муниципальных образований. Ну и шкодят. Посидели, подумали, то есть надо это все сохранить, а лучше приумножить. Поэтому принято решение вот в форме заповедника. На этом моя часть выпуска завершена. Я благодарю вас за внимание. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indifisnews.ru. До встречи в эфире. Битва на расстоянии нескольких тысяч километров друг от друга. Состоялся финал танкового онлайн-турнира компании «Ростелеком» между командами «Севера» и «Юга». На киберарене участники из Дагестана, Астрахани, Ямала и Югры. В каждой команде именитый игрок-легионер, блогер по совместительству. Они не только бились за каждую команду, но и с комментариями транслировали бои на Ютубе. Ребята из команды «Дистрикт 13», равно как и ребята из команды «Будь любезен», показали очень достойный результат, несмотря даже на то, что тренер был один всего лишь на две команды, в отличие от южан, которых тренировало двое бывших киберспортсменов. Поэтому будем надеяться, что в следующий раз планочку наши спортсмены поднимут повыше и покажут более достойный результат, хотя и сейчас было очень хорошо и зрелищно. В арсенале команд были максимально укомплектованные и модифицированные танки 8 уровня Т-44-100Р. Такие представляет Ростелеком в качестве бонуса в тарифном плане игровой. Кибербитва – это соревнование. Что удивительно, оно объединяет. Здесь много возможностей и получения необыкновенных эмоций. Север и Юг сошлись в одной из самых популярных игр. Мы рады тем, что не подвели и сыграли достойно. Будь любезен. Тарифный план игровой – это летающий интернет, низкий пинг и лучшие игровые бонусы. Поэтому команды не почувствовали расстояния, хотя и находились в разных регионах страны. Турниры, которые проводит Ростелеком с Wargaming, уже стали легендой среди любителей игры World of Tanks. А теперь они переходят на новый уровень, объединяя между собой участников из различных регионов нашей большой страны. И наша задача – обеспечить абонентов высокоскоростным и качественным интернетом, а также предоставить возможность выбора различных опций, что мы и делаем в рамках тарифного плана игровой. Компания «Ростелеком» продолжит объединять геймеров страны и поддержит киберспорт высокоскоростным интернетом и уникальными игровыми предложениями. Щедрое предложение от ресторана «Хурма». Закажите бесплатную доставку сейчас и получите скидку 20% на все меню. А при самовывозе 35%. Ароматная хачапури от 180 рублей. Сочные чебуреки и хинкали от 160 рублей. Наваристый харчо от 190 рублей. А еще закуски, салаты, десерты. Все это на расстоянии одного телефонного звонка от вас. Звоните 99 45 46. Первое автомобильное радио.
Радиореклама. Рекламное информационное агентство 5 звезд на 5ria.ru. Телефон 221-555. Собственное жилье – это свобода. Свобода общения и встреч, свобода делать то, что ты хочешь в отдельной уютной студии. Особенно, когда твои соседи так же молоды и активны, как и ты сам. Наслаждайся природой и весело отдыхай с друзьями в двух шагах от своей квартиры. Ведь мы продумали все для твоего максимального комфорта и безграничной свободы. ЖК «Дорожный» – лучшее место для начала самостоятельной жизни. Ам-ням-ням! Никому не отдам! Лучшие вкусняшки для вашего ням-няшки в «Карапузе» по самым низким ценам. Карапуз!